Всем доброго времени суток. И сегодня я хочу рассказать о таком инструменте. Не знаю, правильно я его произношу и правильно ли я его читаю. Называется он шиванаи или шиване, шивана. Я не знаю, как правильно, честно говоря. Смысл этого инструмента, что это вокал и голос и речь эльфийская. То есть в этом инструменте присутствуют такие сэмплы, как речь, вокал, голос эльфов. Грубо говоря, точнее, наверное, скорее всего, будет сказано одного эльфа. Там эльф как бы женского пола, я так понимаю. Эльфийский такой голосок. Сегодня мы поюзаем этот плагин и рассмотрим его поподробнее. Вот, собственно, он так выглядит. Инструмент. Три папки у нас здесь. Голос, фразы и Soundscapes. А начнем с первой папки. Открываем. Смотрим Шванаи Легата. Вот такой у нас интерфейс получается. Сейчас загружаются сэмплы. И мы приступим к работе. Давайте послушаем, что у нас тут происходит вообще. Как мы слышим, довольно-таки интересный плагин. Очень приятный такой на слух голос. Якобы эльфийский. Я не специалист по эльфам, поэтому я ни хрена не знаю, на самом деле, какой должен быть у них голос и правильно ли тут фразы звучат. Может, специалисты подтвердят это. Мне, в принципе, это не важно. Больше, конечно, очень круто подходит для любителей эмбиента, кто пишет. Мне кажется, очень классно. Ну, в принципе, для электронной какой-нибудь такой вот музыки, для каких-нибудь вставочков, тоже очень подойдет. По настройкам смотрим. Это, грубо говоря, громкость. Здесь у нас задействована первый эксп. Это я потом объясню, в чем тут прикол. Здесь как будто якобы это вибрация, что ли, симуляция вибрации. Не очень понятно. А, ну да, вот. Увеличение вибрации. Здесь ее совсем нету, то есть ровно она поет, нет колебания, как бы имитация колебания мембрамы. Именно вот человеческой, не специалист, опять же, по вокалу. А вот здесь уже она есть. И, ну, а так, наверное, более резкая. А здесь с нарастанием. Да, то есть нарастание идет. Здесь вырубаем. Получается, сразу атака идет. Здесь атака не резкая. Релиз. То есть насколько прекращается резко у нас голос. Вот я отпустил клавишу, а он до сих пор еще звучит. Это релиз, наверное, это просто громкость. Угу. Inhale. Ну,
Скорее всего, я вот явных настроек, ну, не слышу изменений, но, скорее всего, это получается просто настройки реверберации. Добавили реверберацию. Отголоски такие. Не до реверберации. Можно ее отключить сразу. По счету вот этих кнопок тоже я рассуждал долго. То есть, я так понимаю, и соло-мод тоже слишком вот различий никаких не увидел. Ладно, едем дальше. Что по вот этим кнопкам? Это окончание как раз-таки, может, в начале слышали, у меня было включено S. И по окончании, значит, вокала, звук, когда я нажимаю, произносится вот это окончание. Это как бы, ну, сами сейчас увидите, SH выбираем. То есть можно вот такие фишки тут добавить. Это вот, насколько видите, дыхание. В конце окончания вот такие фишки какие-то эльфийские, опять же, я не вникаю в подробности, но где-то это должно быть и может быть уместным. Едем дальше. Полегато пробежались. Стаккато. В принципе, тут все точно самое же. Эти настройки не рассматриваем. Соло и ретриггер мод, опять же. Здесь у нас уже идет фишка в том, то, что здесь отображается именно то слово, которое она будет произносить, да? Изменяется слово вот этими клавишами. К сожалению, у меня нет MIDI-клавиатуры, но вот как-то так. Вот. Здесь. То есть здесь в основном все клавиши это на избирательством. Здесь с правой стороны клавиши желтого цвета. Здесь то же самое. From, le, mu. Она поет нос и са. Но более протяжно. Вот, в принципе, вот такая здесь идея. Это будет удобно для тех, у кого, конечно, там кто-то хочет играть, и сразу с MIDI-клавиатуры. Классная вещь. Ну и, соответственно, даже не имея MIDI-клавиатуры, можно накрутить довольно-таки неплохой такой формат вокальный для амбиента. Едем дальше. Релиз. А, да, здесь у нас идут вздохи.
И всякие звуки и вдохи, вот именно, которые мы, в принципе, видели в самом первом нашем инструменте, где все были составляющие, здесь просто можно уже разбирает автор каждый по отдельности инструмент, чтобы, ну, может, кому-то надо именно использовать этот фрагмент в данный момент. С этим все понятно. Возвращаемся к фразам. Посмотрим, что тут у нас. Ну, как слышите, здесь собраны фразы. Здесь, соответственно, тоже. Здесь, значит, в синем фрагменте собраны фразы, которые поет эльфийский голос. И их различные вариации. В красном разделе указано переключение между фразами. Соответственно, насколько клавиши они разложены. Мы можем это увидеть. Вот, классная новенькая штука. Прямо именно фразами идет. Здесь более такие звуки. Угу. Да, вот фишка, это про которую я слышал, что вот здесь вот очень классные собранные именно фразы, просто чисто не как вокальные, а как будто просто эльфийский голос говорит. А то лингурна и айрадор ромбрюкан. То есть можно вставить такие фишки, в принципе, в танцевальную музыку, в драм-н-бейс очень может подойти. Ну и опять же в ambient тоже довольно-таки классно будет звучать. Здесь вот все такое собрано у нас фразами. Здесь фразы шепота. Тоже классная тема. Мне довольно-таки вот понравился плагин, этот инструмент, из-за того, что вот здесь есть такие фишки крутые. Ну, опять же, подойдет для тех же, кто, может быть, снимает видеоролики и хочет добавить каких-то акцентов именно звуковых. И, может быть, кому-то пригодится. Здесь уже собраны такие, грубо говоря, ну как хор эльфийский. Может это звучать даже на фоне, как, грубо говоря, будет на фоне звучать вот этот эльфийский хор, и лидирующим будет именно тот вокал, который был изначально в самом начале, был эльфийский один. То есть один девушки, эльфийки. Здесь по отдельности можно регулировать голоса. То есть хоп, мы слышим то, что сейчас я прибавил, это был мужской голос. Такой более басный мужской. На
настройкам все, в принципе, то же самое. Еще просмотрим маленько. Давайте еще посмотрим. Как видите, кроме вокала, нам здесь еще и предлагают, в принципе, что-то звуки, наверное, эльфийского органа или какого-то другого инструмента. Как видите, довольно-таки широкий инструмент. И все просмотреть это нереально, послушать. Слишком долго, мне кажется, каждый, если кто уже заинтересовался, скачает, попробует. И мне кажется, для любителей эмбиента это то, что нужно. А также, в принципе, те, кто занимается электронной музыкой, может куда-то вставить. Особенно вот эти фразы, которые я уже показывал. Классные женские, женским голосом. Поэтому, в принципе, на этом я закончу свой обзор. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал Postproduction. Буду очень рад ответить на ваши вопросы. Задавайте их в комментах. Увидимся в следующем видео. До встречи. Всего доброго.